Друзья, Лига Чемпионов, четвертьфинал. Манчестер Сити, Милон Мьюзик. Супер события, супер игроки. Пизарро, Платина, Платини, Дебрюйне. Выходят на поле для настоящей битвы. Сейчас будет рубка. Дикая рубка, мясорубка в Манчестере. Это не Манчестер Юнайтед, это Манчестер Сити. Сейчас это суперклуб, который, возможно, самый сильный в премьер-лиге. Несмотря на то, что Челси сейчас обладатель Кубка Чемпионов. Но Сити это, конечно, суперкоманда. Будет очень тяжело. Шансов мало против них, но на ваших экранах Манчестер Сити состав: Стерлинг, Агуэра, Бернардо Сильва, Фоден, Дебрюйне, Гундоган, Мэнди, Аке, Рубен Диас, Кайл Уокер, Эдерсон в воротах. Команда Милон Мьюзик Фэмили. Скали Милана, Оуджи Буда, 163 он майонет. Сими, Содалав, обладает, Бушида Жок, Изару, Платина, Рокет, Лоб 66 в воротах. Тактическая схема 4-2-2-2. Правильно, не дает. Сбивает темп игры Сити. 163 опять. Мешает. Сода. Сода нормально делает. Рокет. Скалия играет назад, правильно делает. Впереди нет вариантов. Вот тут обрезка получилась. Так, не спи, друг мой, Рокет. Ну что вы не переключаетесь, вы что? Гоните сюда. Пробуем опять через этот фланг. Зря, конечно, пробуем, получается, зря. Сими, мужчина. Гриша! Гриша! Делает историю Гриша. Сими выводит пазом разрез. И Оуджи Буда удается выйти один на один. Свалка из Милоновца. На 10 минут сыграли в первом тайме. Неимоверное везение. Неимоверное везение. Может быть, там и был небольшой офсайдик, но вроде мы сейчас не собираются разбирать этот момент, судьи, смотреть повторы. Гол засчитан. И это самое главное. Оуджи. Well. Скали Милана. Лучший! Пускает прорыв Скали, но мяч уходит за лицевую линию. За боковую линию. Сюзя. Обыгрались неплохо. Обла пытается что-то сделать. Ну, кстати, такой полуудар какой-то вышел. Полуэта. Это должна быть передача. Distance to goal. Скали, прессуй их, потому что их надо держать. Надо их стараться запирать на их половине поля, потому что это очень опасные ребята, с которыми лучше не играть.
Ты пошел ты в задницу, друг мой. Дайте мяч Скалимилано. Так, подождите. Не так быстро. Вот. Так уже лучше. Идем тогда по центру. Эти хорошо закрывают фланги. Фоден. Этот не ожидал, что так будет. Буши даже лучше снимает. Разряжает чуть-чуть обстановочку. Упускает за лицевую линию. Нет, ну, как бы от него мяч тогда, да, вышел. Сильно спешить не будем. Рокет. Опять действуем по той же примерно схемке. В ноги обладают. Олджи хотел ударить на как бы покинуть мяч вперед и зарядить издали. Не хватило. Сими, мужчина! Сделал вещь. Так, сидите пока, не надо туда, не бросайтесь на них. Они вас потом в офсайд поймают. Кайл Уокер. Давай. Ой-ой-ой. Поддуши его. Толчок в спину. Так, чуть-чуть потерялись. Чуть-чуть надо остудить атакующие порывы наших оппонентов. Симон. Прилаживается издалека. И вратарь ногой отбивает. Не ждал. Поплыли, гады. Эх, еще бы один забить. Чтобы потом легче жилось. Ну и так неплохо. Пока что. Лучше так. Чем как-то по-другому. One-nil. Согласен. Ты правильно все произносишь, мужик. One-nil. Держим козлятину без мяча пока что. Тики-така. Сразу. Прям в руки. Жалко. Но все равно хотя бы до своего логического завершения. Ага, Фоден, пососи варежку чуть-чуть. Хорошо, друг мой, отдохни, иди. Поспи, дружок. Так вот, больше не будем так спешить с этими пасами в разрез. От них одна только потеря мяча идет. Давай. Ну тут ничего не было. Не разыгрывай так быстро, не надо, подумай чуть-чуть. Не надо мне даже этот повтор показывать, ничего там не было. Обычная игра была просто силовая. Бревно бьет. Девяточка. Не надо так метаться, друзья мои, не надо.
Не надо, не мечитесь. Немножко надо было слабее и немножко в сторону Скали Милено. Тогда бы, может быть, мы бы могли опять нашего друга выводить на убойную позицию. Платина, платини наш. Платини. 60 минут, 60 минут. Держимся. Держись, держись. Я тебя прошу. Как же так, а? Тики-така. А, этот, как его? Катеначо, хреново. Де Бройн. Проскочил мимо этого. Ну ничего, куда ты лезешь, крашеная башка? Блондинка хреново. Куда ты там дергаешься? Пес, сиди на месте. Послабее надо давать ему, это же скамер, а не бегун. Кизаро! Кизаро Роналдо! Ногой хорошо работает. Ух ты! Подонок такой крашеный. Вот не все время от гниды одни неприятности. Сволотина. Бешеная. Убегай отсюда. Обкрадите его кто-нибудь. Бревно тупорылое. Бля, битва какая идет, а? Не могу в собственных ногах запутались. Просто как в закрытую дверь бьются. Ну хоть вот тут чуть-чуть получается, чуть-чуть что-то как-то. И то, как сказать, получается. Ох, ублюдок, спасибо тебе огромное за такой подарок. Все, я уже думал, все, прощай преимущество, прощай. Счет 1-0. Ну ты скотина. Фу. Спасибо тебе, реально. Гаденыш. Падла, сколько ты нервов потрепал. Сволочь. Глянь, как они прессингуют. Ты смотри. Просто выродки какие-то. Я даже не знаю, как их назвать. Ты, падла. Ты, падла вонючая. Не могу, не могу просто спокойно на это смотреть. Сим. Включился в игру. Что-то порепало там. Peter, they have to fight the onset of desperation and keep enough cool heads to stay. Давай, головой туда. Заберите у них мяч. Пошел ты в сраку. Голубофутбольный. Кто там ушел? Зинченко вышел. Еще один Де Брюйне на поле появился. Близнец Кевина Де Брюйне. Лов 66. Ты просто реальный герой. Просто красавчик. Ну сейчас надо просто уже сушить игру конкретно. Конкретно сушить весла надо. Все. Все, чуваки. Гол на выезде. Победа 1-0.
Чего еще можно желать для команды, которая ни разу не была в Лиге Чемпионов? Все, чуваки, едем домой встречать Манчестер Сити в ответной игре уже там. С победой на чужом поле. Гол Олджи Буда. В первом тайме. Все. Сушите весла. Смотрим, что там. Как сыграли команды там. Реал Мадрид, Челси 0-1. Ливерпуль, Милан 0-0. Манчестер, Бавария. 4 Бавария уже выходят. Ненавижу Баварию.